вами снова я, Ирина Маркелова. Сейчас я пришла из магазина, и давайте посчитаем теперь, сколько обходится моя покупка в продуктовом магазине. Обычно у меня уходило не менее 1500 рублей. Так как мы изменили режим питания и стали есть меньше, давайте теперь посмотрим и посчитаем, сколько обходится мой поход в магазин. Вот мой чек. И смотрим, купила я козинаки. Теперь мы пьем молоко для коктейля, нужен 1,5%. Кофе, овсяную кашу, пюре детское для дочки, говядина, персики, яблоки на 627 рублей. Вот такие кашки я ем, детские пюрешки натуральные, козинаки, помидоры я еще купила, кофе у нас закончился. Вот, две пачки молока, персики и яблоки. Получилось ровно в 2 раза дешевле. Вчера мы купили еще зубатку. Вот такая рыба. Жду, когда она разморозится, и буду делать на пару. Мультиварочка меня выручает. Сегодня я делала курочку без соли, а соль мы сыпали в воду, и этими парами соль заполняла курочку. Вот, перешли на здоровое питание, что и вам желаю.